З аглядом основних подій життя в області програма «Новини регіону» у студії Кристіна Каранкевич. Вітаю вас у гетим випуску. З 9 раніці та опівночі. Як іде обурочне на Могилівщині у нашим випуску. Першую трансплантацію нирок самостойно планують провести у Могилевской областной больнице. Крохки о кроки скульптуры. 10 скульпторов берут удел у кураторской выставе у Владимира Кононова. У Могилевской области есть первые двухтысячники. У агрокомбинации «Зара» Могилевского района урочисто веншевали одразу два экипажа комбайну и двух водителей. Двухтысячный рубеж хлеборобы переодолели, как зашло солнце. Вчера 11:30 отбросили работу. Ну как бросили? Вроде темно стало, плохо шло. Поэтому можно было позже, но уже. Роса выпала? Да. І так кожний день у полі з 9 раніці до опівночі. Володимир Мельников і Олексій Макосов першими у Могилевській області переодолили 2000-й рубеж по намолоті зерня. На уборці вже 17-й сезон, так що це не перший раз було. І перший, і дві, і три, і чотири. Ну, правда, до першого місця на тарелках не доходив ніколи. Це, як то говориться, щасливий білет. Просто так. Идем мы, как я всегда сравниваю по минному полю. Одна поломка, и все, ты далеко сзади. Я очень в восторге, говорится, урожай очень хороший, но надо его вовремя убрать, сохранить хлеб и принести большие заработки. Заработать большие деньги, принести их домой в семью. У агрокомбінаті «Зара» моцная працовная традиция. Не выпадково у один день з'явилися одразу 4 лидера жнива. Двухтысячники так само знакомитый экипаж у Владимира Корсака и его сына Вадима. И водители Юрий Манкевич и Лангуры Хася. До речи, механизаторы его зовут Дима. Керовник в области подзяковал хлеборобам за отказность, профессионализм. Усе они уносят важкий уклад у харчовую безпеку Беларуси. Спасибо за хорошую работу. А после урочистости у Владимир Доманевский и его первый наместник Олег Чекита вырашили из кабины комбайна поназирать за ходом уборочной кампании. Очень хорошее впечатление. Я вот говорю комбайнеру, лучше, чем в кабинете сидеть. Приятно, очень хороший обзор, хорошая техника и, главное, хороший урожай. И вы видели, сколько мы прошли, какой загон короткий, и он уже два раза выгрузился. Поэтому это еще раз говорит о том, что хороший урожай на этом поле. Хлеб хороший на этом поле растет за 80 центнеров, с гектара зимая пшеница. Механизаторы довольны, буквально вот 14 минут и 7 тонн золотистой пшеницы собрано в бункер. Як отзначил Владимир Доманевский, усе районы Могилевщины серьезно подходят до уборочной кампании и максимально використовують умови надворья. Тетяна Сергійчик, Юрий Ауласов, новини региона. Декада засталася до конца уборочной кампании. У господарках Могилевской области убрано 36% колосовых от плану. Як поведомили у облсельгазхарчи, на раніцу 10 жнивня намолочено крыху больше за 400 тысяч тонн збожевых и зерни бобовых. Средняя урожайность в области 34,7 центнера с гектара. Исти добрыми темпами допомагает и выправление некоторых недохопов, которые были огучены подчас селекторной нарады президента Беларуси. У приватности у регионе, как и потребуется, сформированный 10-денный запас палива. Главное, есть настрой у людей, механизаторы. У них сегодня золотая пора для того, чтобы можно было поработать, заработать достойную зарплату. Их не надо понуждать работать. Это наши люди сверхответственные. Сегодня они готовы работать и даже иногда с болезнью воспринимают. Если уже дают команду, вечером роса упала, что прекращать надо убирать, даже с обидой. А вдруг завтра дождь. Уборочная кампания на Могилевщине под пильной увагой профсоюза. Створение комфортных умов працы контролюют подчас мониторингу. Представники профсоюза узнаемятся с организацией рабочей смены от починку сельгазработников, умовами харчевания, выполнением техники безопасности. Наш репортаж с Черековского района. На мехдворе агрокомплексу светлый шмат кветок, частиня. У те комбайны их у господарцы 11, зразумела, у поле. Покуль механизаторы не пришли со змены, представники профсоюза знакомятся с умовами быту сельгазработников. Помыться, скорастаться сауной, коли ласка. Есть навод пральная машина. Комбайнеры очень поздно приходят, да мы уже жена не успеет постирать. А так вот за ночь оно все высыхает.
Асаблівая увага умовам харчавання. Ці ёсць магчымасць падагрець ежу, ахалодзіць, колькі каштуе харчавацца па меню гаспадаркі. Дарэчы, гэты кошт асабліва прыемна здзіўляе правяраючых. Менш за рубель абыходзіцца работнікам светлага абед, 20 капеек вячэра. Наяўнасць спецадзення, медыцынскі агляд перад выхадам у поле, падвоз ежы і халоднай вады – гэтае пытанне таксама ў полі зроку. Мы смотрим, чтобы и комфортно человеку было, чтобы отношение к нему было, чтобы информированность у него своевременная была, чтобы подводились итоги соревновательные. У людей имеются папки, где все это прописано. То есть ежедневно человек может видеть, сколько он заработал, и как бы нацеливаться на то, чтобы еще работать лучше. Агракомплекс «Светлый» – самая великая по площади господарка в Черкасском районе. Амаль 4000 гектаров засеяно збожжевыми и зернебобовыми. Убрана покуль пятая частка площади. Аднак пры любых тэмпах працы нельга забывацца і пра тэхніку бяспекі, нагадваюць удзельнікі маніторынгу. Дасканала і адказна правяраюць зернесушыльны комплекс. Ён адзіны на гаспадарку. За змену можа апрацаваць 120 тонн збожжавых. Праверка тэхнічнага інспектара сур'ёзных парушэнняў не выявіла. Техническое состояние комплекса находится в нормальном работоспособном состоянии. Значит, претензий у меня как таковых нету. Единственное, есть претензия к работникам, что не применяются спецобувь, ходят в сланцах. Ні ў якім разі не пакараць за парушэнні, а аператыўна зняць магчымую праблему. Такая задача стаіць перад удзельнікамі маніторынгу. Праверкі працягваюцца і да канца уборачнай. Прадстаўнікі прафсаюзаў наведаюць усе раёны вобласці. Алеся Рыбалка, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна. У гонар ДСАФ міжнародны аўтапрабег, прысвечаны 90 годзе арганізацыі, стартаваў на Буйніцкім полі. Урачысты мітынг у складанні кветак на адным з самых гераічных месцаў Вялікай Айчыннай. А пасля 4 экіпажы аўто накіраваліся ў Быхаўскі раён, дзе перададуць эстафету суседзям з Гомельшчыны. З удзельнікамі аўтамарафону сустрэлася і наш корэспандэнт Алена Мілюшчанкова. Гонару даць старт міжнароднаму аўтамарафону сёлета ўдастоены юбілейны Магілёў. Менавіта адсюль распачынае свой рух аўтакалона спартсменаў-аматараў, членаў асацыяцыі ДСААФ. На Буйніцкім полі сабраліся не толькі ўдзельнікі марафону. Александр Савіч удзельнічае ў аўтапрабегу не ўпершыню. Кажа, гэта заўсёды ганарова. Это патриотическое, с одной стороны, так, с точки зрения участия. Привить любовь молодежи, память этих стариков, почтить память по стариков, ну и показать нашу школу. А вот Сергей Волков и Александр Магдалов – новички у марафоне. Лечат, что это добрая возможность продемонстрировать, что такое ДСААФ. Интересно, новое что-то посмотреть, поучаствовать, себя показать. Мы готовим патриотов ДСААФа и Родины. Обучаем вождению всех категорий. Приходите к нам учиться. Подкрэсліць сяброўскія адносіны народаў Беларусі і Расіі – адна з ідэй аўтамарафону. Таму адначасова такі ж аўтапрабег стартаваў і ў расійскім Волгаградзе. Это не просто проехать по городам и показать себя, а, в общем-то, привлечь внимание к нашей великой победе, к нашему историческому прошлому прекрасному. Чтобы молодежь не только приходила на эти мемориальные комплексы и смотрела, как на обелиски, а знала о том, что там захоронены наши воины, погибшие во время Великой Отечественной войны. И чтобы эта история, которую преподают им в школе, не только они запоминали ее из учебников, а в действительности, чтобы они видели и знали о том, что, чем мы занимаемся. За 10 дней удельники марафону наведуют больше, чем 20 городов Беларуси. У каждом из них пройдет памятный митинг. Другий этап аутопробегу возьмет старт 21 жнюня. Автомобилисты из Витебска отправятся в Смоленск, а финишуя марафон на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» у Минску. Алена Мілюшчанкова, Миколай Соболев, новини региона. Больш за 1500 месцаў дзікарослых канапелей мака знайшлі праваахоўнікі з пачатку летняга сезона ў Магілёўскай вобласці. Знішчылі больш за 10 тонн такіх раслін. Папярэднія вынікі спецыяльнай праграмы мак падвялі наркакантралёры. Маладыя пабегі. Около гектара всего везде канапля.
Спецыяльна праграма МАК праводзіцца з 1 чэрвеня па 15 верасня. Менавіта ў гэты перыяд паспяваць наркаўтрымліваючыя культуры мака і каноплі. Праваахоўнікі нагадваюць, вырошчванне гэтых раслін забаронена на тэрыторыі Беларусі. Ежегодна даная аперацыя праводзіцца для таго, чтобы уничтожаць наркасавую базу. Потому что, как не секрет, основные виды наркотиков, вызываемых в летний период, это именно наркотики, изготовленные из наркосырья местного производства, такие как конопля или мак. Калі мак ці каноплі растуть на прысядзібным надзеле, агароде – гэта адміністрацыйна, до 20 базовых велічынь и нават криминальная адказнасць. И тут неважно, организована плантация человеком, ці мак, каноплі сами рассеяліся и выросли. Сёлета супрацоўнікі міліцыі за пасеў и вырошчванне наркотычных раслін склали на парушальнікаў 303 адміністрацыйных протокола. Конфіскавалі у насельніцтва больш за 5 кілаграм макавай саломкі і звыш кілаграма марихуаны. Выявілі 65 фактаў захоўвання і збыту наркаўтрымліваючых раслін. 60 чалавек прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. Андрэй Шуляк, Сергей Карпяков, навіны рэгіёна. Больш за 130 пациентов, менавіта столькі жыхароў Магілёўшчыны маюць донорские нырки. У розны час им проведена трансплантация, и теперь яны на абавязковому лику. Им необходимо что месяц контролировать стан здоровья и принимать специальные леки. Ранее таким могилевским пациентам приходилось ездить в Минск. Теперь их будут назирать у областной больницы, где организуют нефрологичный центр. А до конца года врачи планируют провести первую трансплантацию нырок самостойно. Першай прыступкай, што дапамагла наблізіцца да перасадкі нырак на Магілёўшчыне, стала аб'яднанне ў абласной бальніцы аддзялення гемадыялізу і нефралогіі на адной платформе. Мы получили возможность сконцентрировать усилия как материальной технической базы, так и усилия врачей, ну и медицинских работников в лечении пациентов нефрологического профиля. Потребность в оказании нефрологической помощи просто огромная, потому что, наверное, каждый третий пациент имеет ту или иную патологию или признаки патологии или расстройства функции мочевыделительной системы. С пачатку года, калі аб'яднали аддзяленні, у больнице атрымали консервативное лечение по нефрологичным профилям больше за 600 человек, и каля 100 находится на гемодиализе. Любой специалист нашего отделения может проследить, скажем так, путь от начала заболевания, скажем так, владеть полностью всеми данными о начале лечения, о дальнейшем лечении, если так сложится судьба у человека, то есть начать почечно-заместительную терапию непосредственно и принимать в этом участие. То есть это во благо пациента. Зараз ідзе актыўная процедура закупки медабсталявання расходных матэрыялаў. Урачы праходзяць перанавучанне ў Нацыянальным навукова-практычным цэнтры трансплантологіі і працуюць у брыгадзе па заборы донарскіх органаў. Кацярына Гарадніцка, Віталій Алексеенко, навіны рэгіёна. 10 скульпторов берут удел у кураторской выставе Владимира Кононова. У выставочной зале музея истории Могилева открылась экспозиция под назвой «Крохкие кроки скульптуры». Чому крохкие? Тому, что до творчих помкнений треба ставиться вельми уважливо. Так лишить куратор выставы могилевский скульптор Владимир Кононов. Я такой старый уже скульптор полувековой истории. Я все новации, которые у Могилева отбываются, а они грандиозные. Лічу крохкімі. Да іх трэба адносіцца вельмі з павагай вялікай і прымаць за шчасце. І творцы, і публіка маюць адно меркаванне. Скульптура ў Магілёве ідзе наперад. І гэтая выстава – адзін з крокаў. Сапраўды, гэта некі уздым, некі усплеск, таму што і пленэры, і гэта і аджыжэль, кераміка, гэта ўсё ў Магілёве. Сярод аўтараў на выставе вядомыя і вопытныя скульптары, такія як Андрэй Вераб'ёў і Карней Аляксеев, і зусім маладыя творцы. Умова ўдзелу ў выставе – працаваць у Магілёве альбо быць яго ўраджэнцам. Напрыклад, Сергій Сотнікаў цяпер жыве ў Віцебску, але выставляецца на сваёй радзіме. Увогуле тут розныя матэрыялы – кераміка, дрэва, камень, метал і самыя розныя задумкі. А люди разные, на каждую скульптуру свой зритель, каждое свое мнение. Когда массу мнений, это отлично. То есть людей трогает эта скульптура, не зря. Кураторские выставы Владимира Кононова стали традицией творчих осяродку областного центра. Их проводят от 2014 года, когда в выставочной зале на Болдина после ремонту у новом интерьере и светле мастацкие творы стали глядеться по-новому. На этой выставе, кроме керамики и скульптур, представлены так само малюнки. Творчество
неугасимо, раз на этот путь стал, естественно. Потому что это уже мое, и оно должно быть до конца со мной. Илона Іванова, Юрій Власцов, новини региона. Усі новини про життя нашей области на сайте tvrmogilyov.by. Я с вами розвітуюся. Доброго настрою. До встречи.